молодой человек. Я немножечко не понимаю, вы никогда так не лежали на полу? А стало теплее, да? Тебе жарко? Может быть, пару слов о вашей позе? А ты ко мне не хочешь? Пойдешь ко мне? Фонтик. Ну и куда? Ну давай сюда. Давай иди сюда. Вот так вот он меня слушается. А тебе на кровать кто разрешал ее притаскивать? Я так понимаю, ты сам это решил. Ну типа ты вот умный и решаешь здесь в доме, что тебе можно, а что нет. А прошло 15 секунд, и мы снова вместе. Прошло еще 15 секунд. Фонтик, а кто у нас обнаглевшая морда? Я так понимаю, это ты? Но точно не я. Тебе вкусно? А? А если я заберу? А если я заберу? Ты думаешь, тебе можно на кровати есть? Ты мне что, еще будешь забирать? А я чуть-чуть хитрее. Все. Нету теперь. Ну что, где? На кровати есть нельзя. Я могу тебе еще раз повторить. На кровати есть нельзя. Вот вроде бы понимает, но вот хитрый, да? Третий раз тебе могу повторить. На кровати есть нельзя. Можно? Фонтик, я тебе что сказал? Запрещено. Иди на место. На место иди. На. Вот здесь можно. Вкусно? Молодец. Здесь можно.